Режим в Таджикистане создает новые госструктуры. Данное решение принято 29 декабря в ходе очередного заседания правительства страны, сообщает пресс-служба президента. В ходе заседания Рахмон поручил создать следующие структуры – Комитет продовольственной безопасности при правительстве, Агентство гражданской авиации при правительстве, Служба по госнадзору здравоохранения и социальной защиты населения и госучреждение «Таджикфильм». Экономисты отмечают, что создание дополнительных государственных структур на фоне экономического кризиса в стране приведет к еще большему дефициту бюджета, не говоря уже о том, что появление новых госструктур в условиях клептократического режима означает появление новых коррупционеров в лице сотрудников данных структур. Кроме того, в качестве одного из последствий создания новых ведомств ожидается создание дополнительных барьеров для развития малого и среднего бизнеса в стране. Следует добавить, что любое государство в условиях кризиса стремится сократить штат чиновников для сокращения нагрузки на бюджет, однако режим Рахмона действует ровно наоборот.